Здравствуйте, мои юные друзья! А сегодня мы будем слушать новый трек Ильи Мазелова. Трек называется «Игрушки». Перед тем, как слушать Илью, напоминаю вам о том, что мы есть в Ютубе, что мы есть на Литресе, что мои две книги есть на Литресе, что у Максима есть игровой канал, а также у меня есть Телеграм-канал. Но мы не перейдем порог даже 900, никак не дотянем до 1000 по подписчикам. Поэтому предлагаю такой вариант, друзья мои. Тот, кто хочет, чтобы посмотреть, как я первый раз попробовала покурить в кальян, вот если быстро наберется 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч, хотя бы 1000, друзья мои, мы выложим, как это было. Давайте договоримся, что вы придете, подпишитесь, посмотрите и отписываться не будете, правда? Вот. Ну, а пока что мы будем слушать Мазелова и «Игрушки». Ну вот, знаете, привыкла к доброму мальчику, который уже пишет хорошие песенки, и значит, за него не стыдно и не страшно слушать то, о чем он там творит. Погнали! Осколки юности с нами, что ранят мать, не горюй, чтобы сколько-то лет прождав в этой сказке, да I love you. Либо сточат свои края от потока счастливых слез, либо в стонущий лик вонзят еще больше горестных роз. Любви пластыря не нашлось, и раны кровоточат, через тесто пронес я все это, будто братья волчата. И вою не на луну, ты поплачь, полегчает, да, только слезы мне не идут. И выжила стекло убрать, лечу на 20 лет обратно, а там я маленький усну в своей кроватке. И пусть по мне никто не заскучал, не замечу, без человеков, но мне рады лего человечью. Мы были не супер. Но уж кажется навряд ли. Лучше бардак, чем их взрослые беспорядки. И мир как будто создан и был тогда лишь для нас. И любимые родители младше, чем я сейчас. Пара друзей сидят неважно, но окрашено. Как дела, хорошо, но больше не спрашивай. Сложно представить, но потеряли, как подобает, что создано ради нас живет. Все, что создано нами, лишь гибнет и увядает. Проиграл, не играя, но всем им на вид насрать. Либо правда классно скрывается. Люди куклы на полках времени, ставшие игрушкой дьявола, рисуются как мух, но не я. Хотели красоты, наверное, на уст. Что вроде не так сложно, но подустав. Любить больше не нужно, и наравне с игрушками стало быть бездушной, как на листах. Буквы, пусть, когда-нибудь замкнет, но мы не пропустим. Если полюбить, даже игрушка оживет. Хотели красоты, наверное, на устах. Что вроде не так сложно, но я устал. Любить больше не нужно, и наравне с игрушками стало быть бездушной, как на листах. Буквы, пусть, когда-нибудь замкнет, но мы не пропустим. Если полюбить, даже игрушка живет. С ощущением внутри непонятно, но болит, что ни тихо, ни грусть, но кидает в крайности каждый гребаный миг. То в сказку, что нивелирует мерзкий издохший мир, то в отрадные мысли, как уйти так, чтобы в один миг. Истины две, но выбор, в которую нас заставляют верить, и одна, которую хотят от нас скрыть. Выжилав не выбирать саду между, да помечтать. И если б не то развить, бы вообще бы жил замечательно. То добрый, то печальный математика. Плюс на минус числе, что не сосчитается. Там как выходит боком местами, это я радуюсь. Ведь боком будто краб местами, будто пересаживаюсь. Будет тебе, да, в перепутье и состояние. То добрый, то печальный, невелико расстояние. Да мне, в принципе, не важно, как дела, хорошо, надеюсь, ты так же. Плохому хорошо, что хорошему плохо вдвое. Так вместе играть прикольно. Зачем, я пока не понял, а где-то между обоих. Глупое сватовство, помирить бы нам их, но искренне. Парни даже не в ссоре, и помощь в этом не стоит. В принципе, заморочек. С игрушкой так и будет каждый играть, как он хочет. Хотели красоты, наверное, на устах. Что вроде не так сложно, но подустав. Любить больше не нужно, и наравне с игрушками стало быть бездушной, как на листах. Буквы, когда-нибудь замкнет, но мы не пропустим. Если полюбить, даже игрушка живет. Хотели красоты, наверное, на устах. Что вроде не так сложно, но я устал. Любить больше не нужно, и наравне с игрушками стало быть бездушной, как на листах. Буквы, пусть, когда-нибудь замкнет, но мы не пропустим. Если полюбить, даже игрушка живет. Вот молодец Илюшка со своей игрушкой. Ну, друзья мои, конечно, такая тут много философии. И
Тут, мне кажется, эта песенка, она такая многое. Это песенка про отношения, про взрослых людей, про их взрослые отношения. А у Ильи еще такая прицепилась тоска по этим отношениям. Когда ты маленький, ты думаешь, вот, что жизнь такая, а потом оказывается, что взрослые не такие правильные, как хотят казаться. И все на самом деле не так, как. Ну, друзья мои, если вообще говорить про эту жизнь и про нас, взрослых, и про вас, детей, все мы со временем становимся более циничными, более, возможно, нечестными. То есть нас, каждого из нас, у нас у каждого свой жизненный опыт, который заставляет принимать какие-то решения, возможно, такие, какие раньше в детстве или в юности мы бы не приняли и думали, что это подло. То есть я могу сказать, ну, то есть я надеюсь, что я подлости не делала, ну, хотя, может быть, для кого-то это то, что я делала, казалось подлостью, но я могу сказать, что были такие моменты в моей жизни, когда я, допустим, поняла о том, что иногда, может быть, проще промолчать, и иногда даже чуть-чуть якобы согласиться, но потом в результате, ну, то есть остаться при своем мнении, но никому его не показывать. И оказалось, что иногда так жить гораздо проще. Вот. И это помогает достижению тех или иных целей. Поэтому все сложно в нашем бушующем мире. И надеюсь, я правильно поняла текст игрушки. Ну, то, что касается Ильи вообще, то вот видите, вот совсем другой человек открылся совсем другой стороной. Ну, вначале привлек всякой ерундой к себе, да, а потом показал, что я не такой, я другой, я хороший мальчик. Ну, потом хороший мальчик вырастет, наступит на 150 граблей, которые ударят ему по всем местам. Он сделает свои выводы, и потом он не будет таким добрым, как кажется сейчас. Ну ладно, давайте теперь посчитаем, что у нас с вами есть. Ну, вообще, отличная песенка, сразу говорю. Значит, по тексту у нас все хорошо. Почему? Потому что, ну, как бы, хорошая тема. Пофилософствовать о жизни. Иногда это полезно. Я, допустим, всегда говорю, что важно, когда человек, ну, то есть, когда человек ведет и что-то объясняет своим творчеством, или он там ругается матом и пытается какую-то дерьма налить, да, вот я за такие песенки, которые заставляют подумать, пофилософствовать. Неважно, пойдешь ты за ним, за его мыслями или нет, но то, что, ну, как бы, что-то там в тебе задумается, это тоже плюс. Я тут тоже сижу, знаете, мне кажется, не только песенки слушаю, а иногда трындю, который вот то, о чем я трындю, иногда, возможно, кому-то и помогает. Итак, значит, по тексту, ну, поставлю 10. В принципе, вообще нет претензий. А вот теперь, значит, по музыке. Ну, музыка, конечно, Илья такой, он все-таки, у него очень много однотипности в музыке. Она хорошая, она такая вот, которую я люблю, но она немного однотипная, поэтому 8 баллов поставлю ему за музыку. Вот, и атмосфера. Ну, атмосфера тоже была на 9. 27. 27 делим на 3, 9 баллов. Ну, Илюшка, ты молодец. Так держать. Все за Ильей Мазелова. Пока.